решил попасть на Байкал, но весьма необычным способом. Фотограф из Новосибирска опубликовал у себя на YouTube-канале видео приземления на озеро. Да, мужчина в компании друзей посадил легкомоторный самолет на лед Байкала. Кадры действительно впечатляют, но не только красотой, но и риском. По словам организаторов действа, перед посадкой они проверили площадку на трещины и торосы. Тем не менее, судно, на котором совершали перелет, жители Новосибирска, весит более 700 килограммов. К тому же в салоне находилось 4 человека. К счастью, все обошлось, и задумка экстремалов обернулась лишь запоминающимися кадрами и фотоснимками.